Лошади, птицы, цветы. Она ищет тот самый русский код в росписи, а потом переносит это на одежду, встраивает повседневные образы, и не только в женские. Ольга Шашева, владелица ателье «Мечтай». Недавно Ольга стала победительницей престижного дизайн-конкурса «Катюша» в Москве. Мне интересны узоры, такие как борецкая роспись, городецкая роспись, мезенская роспись. Очень интересные. У нас вообще очень богата русская культура вот такими орнаментами различными. Идея у меня воплотить вот такую коллекцию уже была давно. И здесь я узнаю о таком конкурсе, и как бы вот это появилась у меня возможность воплотить то, что было внутри, воплотить это в одежде и показать людям, и получить ответную реакцию. Оказалось, это интересно. Люди заказывают. Главное, говорит Ольга, получается практично, не вызывающе. Она такая свободная, современная. Сейчас как раз модно у нас носить оверсайз, особенно летом, осенью. Достаточно удобно, все проветривается. И интересный орнамент. Просят какой-то конкретный узор где-то вышить, где-то осуществить вот, на одежде. Либо это какие-то домашние вещи, текстильный дизайн, какие-то скатерти, салфетки, что-то, да, тоже очень интересно это смотрится, и людям это нравится. Профессии Ольга уже 30 лет. Всю жизнь работала на предприятиях легкой промышленности. Работала технологом, руководителем швейного предприятия. Но всегда мечтала раскрыть в себе художника и отшивать свои коллекции. 2 года назад открыла ателье. Как начинающий предприниматель получила господдержку. Также с помощью центра «Мой бизнес» прошла обучение в программе и теперь знает, как продавать на маркетплейсах. Теперь еще есть возможность объединить свои усилия с другими мастерами. Теперь для них работает портал креативных индустрий «Мой креатив 22». Мы создали такой, ну, можно сказать, уникальный для региона портал, где все наши креативные творческие индустрии собираются на одной площадке. И это возможность, во-первых, им посмотреть, а кто рядом с ними, а кто занимается тем же самым, делает те же изделия ручной работы, шьет одежду, и в том числе, возможно, найти себе партнеров. Кстати, в начале ноября в Барнауле пройдет форум «Мой креатив, мой бизнес». На этот раз он должен объединить более 300 креативных предпринимателей из Алтайского края. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.